Диаспартакиада проводится в нашем городе в шестой раз. И это мероприятие традиционно организовано для детей с сахарным диабетом. Они приехали из Кабардино-Балкарии, Смоленска, Ханты-Мансийска, Тюмени и Калининграда. Впервые представлена команда из Крыма. Приехали, чтобы доказать прежде всего себе, что болезнь – это не приговор, и с диабетом нужно уметь жить и соревноваться. Борьба – это жизнь. Вот поэтому пускай вот эти вот ступеньки напомнят, что вы боретесь. Всегда. Погода, конечно, не порадовала ребят. Все ждут солнца и начала соревнований в различных спортивных, интеллектуальных и творческих состязаниях. Все мероприятия станут этапами большой увлекательной игры «Форт Боярд». Мы стараемся брать детей из малообеспеченных семей, которые действительно сами не могли бы поехать на море. Да? Это каждый раз наши условия, когда мы подбираем детей. Ну и, конечно, чтобы дети были спортивные, поскольку есть спортивные соревнования, хорошо умели управлять своим заболеванием, своим диабетом. Потому что сейчас это самое главное – научить человека с диабетом правильно жить. Поэтому у нас будут специальные такие викторины, активности по знанию диабета, как поступать в каких ситуациях. Это тоже будет. Участвуют в Диаспартакиаде 36 человек. Обязательно сопровождает команду детский врач-эндокринолог, который ежедневно измеряет у детей уровень глюкозы в крови, следит за здоровьем участников. В Сочи участники Диаспартакиады пробудут неделю. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.